Для современной женщины красивый маникюр – это совсем не роскошь, а насущная необходимость. Внешний вид рук красноречиво говорит об ухоженности женщины, о ее отношении к себе и, наконец, о стиле ее жизни. И для того, чтобы соответствовать высоким требованиям, как раз работают и повышают свой уровень мастера маникюра. В зале славянского парк-отеля «Уют» собрались специалисты, занятые в ногтевом сервисе из Краснодара, Крымска, Темрюка и Славянска на Кубани для участия в открытом независимом профессиональном конкурсе по маникюру на кубок Nail Multibrand. Им было важно проверить свои возможности, пообщаться с коллегами, с опытными профессионалами, получить очень нужную в работе информацию. Конкурсы рассчитаны на то, чтобы совершенствовать мастеров, их квалификацию, да, поднимать. И также в конкурсах очень важно правила соблюдать. Мастера тренируют свои навыки и в маникюре, в скорости, в качестве обслуживания, там дизайны немаловажно. Есть у нас очные работы, заочные работы. То есть для участия поле очень большое. В рамках конкурса прошли мастер-классы. Представитель Роспотребнадзора рассказала конкурсантам, как правильно организовать оказание услуг ногтевого сервиса, как соблюдать санитарные нормы, чтобы к работе не возникало никаких вопросов. Судейская коллегия конкурса назвала имена лучших мастеров и отметила их успехи. Все участники открытого независимого профессионального конкурса по маникюру получили ценную для них информацию, хорошую практику и отличный импульс для дальнейшего роста. Андрей Вишневский, Константин Монастыренко, программа «События».